Приветствую, друзья! По вашей просьбе сегодня мы с вами посмотрим на объекты, которые находятся по адресу проспект Адмирала Лунина, 23 и 15А. И начинаю я свой маршрут от памятника герою Советского Союза контр-адмирал Лунин Николай Александрович. Через дорогу за стеной Мариупольский порт. Это район Морвокзала. Или иначе называют Стрелкой. Здесь уже смонтировали новые остановки. Дом по проспекту Адмирала Лунина, 23, очень близко, мы его уже видим, этот объект, пятиэтажный дом. Сейчас обойдем его вокруг и посмотрим, в каком он состоянии. Здесь тянут провода через новые столбы. Дом в процессе восстановления. Рядом находится дом по проспекту Нахимова номер 1. Этот объект уже привели в порядок, не считая балконы. А это дом номер 23 со двора. Подъезды, скорее всего, уже привели в порядок. Да, здесь нужен код. В подъезды установлены новые двери. Вот так выглядит двор напротив дома номер 23. Судя по всему, это новые уже балконы. Такие балконы будут монтировать в каждой квартире. Завал. На четвертом этаже там реально голубятня. Голуби живут. На улице резко похолодало. Небо затянуло тучами. Температура сразу же резко упала. Пришлось одеть шапку. Теперь мы с вами переместимся к дому номер 15А. Он где-то недалеко тоже. Улица Спартаковская, 25. С правой стороны открывается такой вид. А с левой такой. Дом по адресу проспект Адмирала Лунина, 11В. Вот такой рисунок на торце этого дома. И мы с вами подходим к дому 15А. Дом в процессе восстановления.
работают строители. Вот так дом выглядит со двора. Вообще вот этот вид, конечно, с наружными трубами просто ужас какой-то. Их надо прятать куда-то, закапывать на глубину, чтобы этого не было. Вот так дом выглядит с другой стороны. 15А. На некоторых верхних этажах видно, восстанавливали пролеты. Были дыры в стенах. Сейчас стены заложили кирпичом. В общем, дом в процессе восстановления. Серые, мрачные дома. Балконы выглядят, конечно, жесть. Дом номер 9А. Это дом номер 11Б. А слева 11А. Следующий дом номер 9. Его тоже приводят в порядок. Фасад уже стал поярче. На балконах работают строители. Улица Санаторная, 2. Отсюда хорошо видно Азовское море. Улица Санаторная, 12. Здесь, в этих бараках, еще живут люди, завал. А сейчас я нахожусь на спуске к морвокзалу по проспекту Нахимова. Здесь постелили уже хороший тротуар. Дорогу тоже. Но все еще не до конца постелили. И в заключение к видео я хочу вам показать, здесь же на спуске, чуть ниже, православный храм. Проспект Нахимова, номер 7. Хорошо восстановили дом. И вот мы с вами подошли к православному храму. Так он указан на карте. Хотя внешне он похож на греко-католический. Подобных я много видел в Греции.
Этот храм пока что не восстанавливают. Все еще впереди. Но дома вокруг были серые, завал просто.